Украинское перемирие, его не будет. Пока над Украиной, над властью давлеют американцы и их политики, которые сказали, до 26 августа вы должны как бы победить всех. И только после этого мы вам поможем. И теперь стоит дилемма. Либо американская помощь, либо перемирие с Россией и с теми людьми, которые воюют против той власти, которая пытается давлеть на умы людей, которые пытаются жить так, как они хотят. Поэтому сегодня перемирие маловероятное, а война еще будет, она будет разной, она будет сложной, она будет никакой. Но тем не менее, пока американцы не оставят Украину в покое, перемирия как такового не будет, к сожалению. Мы за то, чтобы Украина и Россия была всегда единым государством, но кто-то сказал, разделяя власти, что и пытается сделать Америка. Так что война идет не с Украиной, война идет с Америкой. И вот это, к сожалению, большая жалость, что те люди, которые это не понимают, или те люди, которые заинтересованы в какой-то выгоде, а эта выгода всего лишь временная и условная, иллюзорная. Это как богатый человек, который был очень богатый, а потом кризис, дефолт, и он стал бедным. Вот это та же самая история. Те люди не выиграют ничего, но потеряют свою страну, потеряют мир в душе и покой в сердце.